и жилище твое, Израиль, расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные деревья, насаженные Господом, как кедры при водах. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него. Преклонится, лежит, как лев, как львица, кто поднимет его. Благословляющий тебя, благословен, и проклинающий тебя, проклят. Аллилуйя! Вот это называется, для тех, кто не знает, праздник Пущи. И Пущи — это такие шалаши, да, палатки. И вот у нас есть такая вот симпатичная палатка, да, вот две штуки. И вы помните, что весь израильский народ, он когда по пустыне странствовал, и все время, пока они еще завоевывали землю, они жили в палатках. Воспоминания об этом они, значит, должны строить. Пущи себе. Сам Бог жил в палатке, и поэтому ничего страшного, если мы тоже немножко поживем, да? Знаете, может быть, вы уже слышали, что такое иудей. И помните, вот особенно первые годы советской власти, и потом это как-то распространилось, вот эти вот сокращенные названия нач, пром, тык, вот это вот все. Вот я думаю, что это от евреев все пошло, потому что они очень любят составлять слова. То есть у них, допустим, слово одно состоит из сокращенных нескольких, и в том числе иудей тоже. Иудей, если говорить, расшифровывать перевод, два слова «егуди». Итак, первая часть иудей – это «е», это часть имени Бога. Бог назвал народ своим именем. «Егуди», прославляющий Бога. Значит, те, которые... Иудеи, которые считают, что они иудеи, которые знают, что они иудеи, у которых в паспорте написано, что они... Я хочу просто вам объяснить, кто вы такие есть и кто, какими вы должны быть. И если перефразировать одну такую поговорку, то можно сказать так, не все то иудеи, что по паспорту. Может, сохрани, я не еврей, я не хочу отнять у вас ваше еврейство. И на самом деле часто бывало так, что это единственное, что оставалось у евреев, особенно когда дело доходило до погромов и дело доходило до гонений. Евреи нигде не жили оседло больше 100 лет. Всегда их изгоняли. Единственное, что у них оставалось, это то, что они евреи. И то, что они особенный народ, и то, что они не хотят от этого отрекаться. И я, Боже сохрани, не хочу отнимать у вас это. Бог хочет от тех, кто по паспорту, чтобы вы были также по духу евреи, понимаете? Чтобы вы были теми, кто прославляет Бога. И вот мы пришли и будем радоваться, так ведь? Аминь. Аминь. И Давид в псалмах неоднократно говорит, что поклонятся тебе все племена земные. И Захария говорит о том, что все язычники будут приходить в Иерусалим для поклонения.
Господу Саваоф. Thank you.
Это последний праздник из великих праздников. И это тот самый праздник, когда придет царь во всей своей славе. Когда придет с корзиной, с большой корзиной, собирать урожай. Это самый последний праздник, который мы будем праздновать вместе с нашим царем. Священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу нашему, и не печальтесь, и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». Сказал им Ездра: «И пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. Не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И дальше описывается как раз то, что они нашли в законе, что есть такой, оказывается, праздник кущей, и они праздновали этот праздник, и они сделали эти палатки, и со времен Иисуса Навина не было такого веселья и такой радости. И я хочу сказать вам всем, кто, может быть, сейчас опечален, не плачьте, потому что день сей свят Господу. Пойдите, ешьте и пейте тучное, сладкое, и посылайте части тем, кто не приготовил. Кстати, праздник кущей обязательно кушать надо в шалашах.
свидетельствовать вам, несмотря на то, что я родился в еврейской семье, и все мои родственники, которые до меня, они были евреи, но воспитан я был, как ты раньше говорили, в духе марксизма, ленинизма и пролетарского интернационализма. Вот, такой дух есть. Аллилуйя. Вот. Но действительно, никогда я не ощущал и не воспринимал столько любви, сколько я увидел здесь, в этой церкви. Написано: «Мой дом назовется домом молитвы для всех народов». И во многих местах план Бога, чтобы евреи по плоти или по паспорту, как хотите, и люди, славящие Бога, евреи по духу. Если вы спросите, кто отец вашей веры в этих людей, кто отец вашей веры? Они говорят: Авраам. То есть мы, как ни крути, родственники. Аминь. Аллилуйя. Был последний день праздника Кущи. Он говорил: кто жаждет, приходи ко мне и пей. Моисей говорил: недалеко от вас слово, чтобы вы могли сказать, кто бы для нас зашел на небо, чтобы достать нам слово. И кто бы для нас сходил бы за море, чтобы принести слово от Бога. Но оно близко к вам. Thank you.